В субботу вечером на сцену Кохлоярского культурного центра вышли артисты заслуженного коллектива народного творчества Псковского народного хора, которые дали концерт в рамках фестиваля «Славянский венок». В будущем году этому знаменитому хору северо-западного региона России исполнится 60 лет. Это самый взрослый творческий коллектив Псковской области. В хоре поют люди разных профессий и возрастов, но всех их объединяет любовь к русской песне и народному танцу. С искусством певцов этого хора знакомы жители многих городов России, стран Балтии, Германии, Финляндии, Польши. А руководит коллективом уроженка Эстонии Ирина Федорова, которая родилась в поселке Сомпа. Ныне это сомпская часть города Кохлоярве, где училась в школе номер 10. В этом году у нас 40-летие окончания нашего класса школы. К сожалению, я не смогу приехать из-за плотного рабочего графика. Я всех поздравляю с 40-летием окончания школы. И это, конечно, моя малая родина. У меня здесь похоронены мои родители и живут мои родные сестры. Какова, на ваш взгляд, роль культуры в нормализации довольно натянутых отношений между Эстонией и Россией? Я думаю, что роль культуры велика, потому что культура и искусство убирает все натянутые отношения, потому что в жизни нужно просто жить, наслаждаться жизнью, и не надо не видеть в любых поступках каких-то негативов. Мы все любим друг друга, любим людей, любим нашу родину. Эстонцы любят свою родину, это очень хорошо, что у каждого есть в душе патриотизм, но мы должны мирно сосуществовать и просто жить. В концерте хора прозвучали авторские песни псковского композитора Николая Мишукова, который 38 лет руководил хором. Затем он уехал на постоянное жительство в Финляндию, передав хор по наследству Ирине Федоровой. В программе были исполнены и русские народные песни. Показала свое искусство танцевальная группа хора. Творческий коллектив из Пскова приветствовали, поблагодарив их за искусство, мэр Кохлоярва Людмила Янченко и депутат Ригикогу Валерий Корп, который является инициатором дружеских отношений между городами северо-запада России и Кохлоярвы.